Доброго времени суток, кто смотрит канал. Распаковочка из Китая. Не знаю, что здесь такое пришло. Будем смотреть. Запаковано. Пришли карабинчики для ключей. В принципе, полезная штука, как мне кажется. Ну, в принципе, может и не очень полезная. Мы иногда покупаем такие вещи, которые, ну, особенно в Китае, которые вроде бы на картинке смотришь, они очень даже и пригодятся, а потом они где-то валяются либо в гараже, либо фиг знает где, вообще где-то потерялись. В общем, такой карабин, он по идее должен открываться. Открываться как? Ага, очень даже прикольно, потому что я думал, это же можно просто потерять ключи, если вот так вот тянешь. Как там написано, просто разрываешь напополам, и они рассоединяются. Оказывается, не все так просто. Надо нажать одну сторону. Вот, нажимаешь, сейчас как бы это показать. Нажимаешь, и оно напополам расходится. Также и состыковываешь. Нажал, ой. Так не получается. Да, надо нажать. Нажимаешь и разъединяешь. Конечно, нифига неудобно, если надо будет быстро достать ключи. Да, не всегда что ли фиксируется. Нет, фиксируется нормально, только да, не дожал. Во, то есть нажимаешь и рассоединяешь, опять нажимаешь, соединяешь. Ну что, прикольно, только, конечно, быстро это, наверное, не очень. Ну, если приловчиться, то все будет, да. Ну, интересная мысль сама по себе. Ну, в общем, может это даже для животных каких-то, для прогулки небольших собак, чтобы собаку быстро отстегнуть, допустим, и потом пристегнуть, ну, может тоже пригодится. Ну, такие карабинчики, или я даже не знаю, что это, карабинчики это или не очень карабинчики. В общем, такая вот штука для ключей. Недорого стоит, ссылку выложу в описании. Спасибо всем, кто смотрел. До свидания.